Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хафизова Луиза. Я являюсь старшим менеджером одного из московских салонов Центра каминов компании «Домотехника». Наш салон расположен по адресу улица Пречистенской набережной, дом 17. Он является одним из самых крупных магазинов отопительного оборудования по Москве. В нашем салоне представлен широкий ассортимент европейских брендов, а также есть действующие камины. Сегодня вашему вниманию хотел бы представить шведскую компанию «Кэдди». История компании началась более 45 лет назад. Человек по имени Гарольд Кеннеди начал производство каминов и дымоходов. Бренд «Кэдди» связан с уникальным дизайном, инновационными технологиями и авторитетностью. Первый камин был выпущен в 1970 году. Это был камин «Кэдди Суперфайр» с высоким на тот момент КПД 20-25%. А 1984 год был ознаменован началом производства суперкассет. В ассортиментном ряду «Кэдди» присутствуют печи легкие с теплонакопителем камины, а также присутствуют печи, которые имеют керамическую отделку. Отличительными характеристиками данного бренда является высокий КПД от 75 до 85%, а также с высокой скоростью прогрева помещения и экономичность расхода дров. Представляю вашему вниманию легкие печи «Кэдди». Многие спрашивают, чем же легкие печи отличаются от каминов с теплонакоплением. С удовольствием расскажу вам о главных отличительных особенностях данных печей. Во-первых, данные печи не требуют фундамента, так как их вес составляет всего 350 кг. Во-вторых, данные печи можно установить на деревянный пол. Имеют компактные габаритные размеры, что позволяет их ставить от стены на 5 см. Во время сжигания древесины выделяется небольшое количество жидкости, которое сравнимо с гниением дров. Поэтому использование камина в Кэдди является безопасным для человека и для природы в целом. Сегодня я хотела бы рассказать вам про печь Кэдди 16. Легкая печь Кэдди 16 выполнена в современном стиле и в необычном дизайне. Сама печь укомплектована куполообразным козырьком и имеется подсветка. Печь оснащена мощной призматической чугунной топкой. Корпус выполнен из чугуна, стенки из вермикулита. Также имеются теплонакопительные панели из камня оливи. Стоит отметить, что в печи Кэдди 16 имеется система «Чистое стекло». Номинальная мощность составляет 7 кВт, средняя мощность – 12 кВт. Диаметр патрубка, который находится в дымоходе, 150 мм. Есть верхнее подключение и есть боковое подключение. Время остывания прогретой печи составляет 15 часов. Также возможна подводка из воздуха извне. И КПД составляет 80%. Легкая печь камин Кэдди работает по тому же принципу, что и все легкие печи камина Кэдди. Первое, что первичный и вторичный воздух поступают в камеру из-под основания. Во-вторых, из топки горячие газы поднимаются в трехканальный аккумулятор тепла, который состоит из камня оливье. Размеры печи составляют: ширина 900 мм, высота 1900 и глубина 652 мм. Вес ее составляет 349 кг. Несмотря на внешние габаритные размеры, данные печи Кэдди имеют высокую эффективность. Каждая печь проходит тестовое испытание. Гарантия на печи более 10 лет. Данную продукцию вы можете посмотреть в нашем салоне по адресу город Москва, Пречистенская набережная, 17 и на нашем сайте kamin.ru. До новых встреч!